И всем привет, с вами Хирохита. Сегодня у нас обзор Карепи на версию 3.7. Расскажу, как выполнить, получить эту привязку по Хивиду. Собственно, рар-архивник с инжектором и самой DLL-кой я вставлю себе в телеграм-канале, также в дискорд-канале. Ссылочки на все это будут в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Но, в принципе, сейчас мы перейдем. Собственно, открываю первый раз, спускаете инжектор. Дальше выбираете папку, где установлен Genshin и Genshin Impact .exe. Пам-пам-пам-пам-пам. Дальше ждем. И после чего у нас появляется вот это вот все. Мы, в принципе, можем закрывать данную командную строку, в принципе. Переходим в папку Logs. И здесь вы видите, у вас появляется ваш хавит. И дальше ссылка на Discord. Копируете хавит и переходите в Discord-канал Карепи. После чего переходите в канал с названием Rolls, вот это вот. И здесь самое первое, кликайте Become Fans. После чего переходите опять же в бот Верифи. Пишите слэш Верифи и закидывайте сюда ваш хавит. Вуаля. После чего дальше закачиваете данный файл. Скачиваем данный файл, у вас есть. То есть, видите, это сообщение видите только вы. Скачиваете его. После чего. Так, секунду, минуту, минуту, минуту. Вот он у нас. И перекидываем его в папку с вашим читом Скрипи, в моем случае, опять же. То есть в папку Скрипи перекидываем. И запускаем далее инжектор. И, как мы видим, все работает. Все, как видите. Оп. Па-па-пам. И у нас запускается Геншин со самим читом. Давайте я закрою Discord, он мне больше не нужен. Заходим. Дальше ждем, пока загрузится Геншин и загрузится сам чит. Быстренько пробежимся по меню и закончим данный ролик. Окей. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Давай, загружайся, не тяни кота за хвост. Пам-пам-пам. Вот у нас, собственно, Карепи и загрузился. Добавили player speed, то есть скорость игрока. Поменять можно как в Юникорне, том же самом платный чит. В принципе, что еще добавили? Ну, в принципе, все остальное как было, так и осталось, как я понял, да? Все, в принципе, как и было, так и осталось все остальное. Поэтому, опять же, чит будет у меня в телеграм-канале, также в дискорд-канале. Менюшка открывается на Insert, показал вам, как привязать хавит, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там обычно пощу все новости. Всем пока!